И снова мы говорим о победителях лотереи «Ваше лото». Кто они, эти люди? Узнаем о них больше. Купила у нас в Беларуси банки, купила там, отдавала лотерейных билета. Ну и надежда была на выигрыш. Неосознанно это было, что это действительно деньги. Пока уже не позвонили, что надо приехать сюда. Мой брат дарит моему супругу билеты на день рождения. Вот в данном случае выигрыш составил 987 рублей 50 копеек, но этот выигрыш крупный, не первый. На 30-летие, 29 лет назад, они тоже нам дарили с семьей лотерейные билеты, и тогда у нас был выигрыш автомобиль «Москвич 2141». Спасибо тебе большое, Степан, тебе и твоей семье. Ой, так как я покупала его старшей дочке к подарку, я надеялась, что выигрыш будет. И вот заранее мы стерли поле защитное, и вот такой вот был у нас сюрприз, что мы поедем в Минск в розыгрыш бриллиантов студии. Я купила его в почтовом отделении агрогородка Трабы. Проверяла поздно ночью. Мама все время просила: «Проверь билетик». А мне все не хотелось. И без 15:12 решила, все-таки нужно проверить. И я проверила, собрала всех родственников, чтобы посмотрели, действительно ли я выиграла то, что я выиграла. Были очень рады. А магчыма, в наступном сюжете опынитесь именно вы. Главное, памятайте, кто гуляет, то и мает.